Уже через пару часов будет открыт мост через Волгу. Напомню, торжественное открытие отремонтированного объекта запланировано на 9 часов вечера. Первой по мосту проедет колонна байкеров, а после официальной части движение будет открыто для личного транспорта. Автобусы маршрута Саратов-Энгельс с 8 до 11 вечера будут следовать через мост в Пристанном. Также на время торжественного мероприятия будут перекрыты несколько прилегающих к переправе улиц.